единственная проблема, кроме того, что здесь красиво, я смотрю, были свежие обвалы, вот там вот, где я остановился, свежие. Вот надо, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, это мы вырежем. Всем привет! Мы познакомились, привет. Нашли нашего любимого блогера ялтинского. Если что, подписывайтесь. Сергей Пакитько в Ютубе. Человек, который ходит по горам. Да. Горный Крым детали. Ура! Раньше я думал, что их есть нельзя, но попробовал, оценил. Как-то с Людой ходили, она смотрю, одну ягодку съела, я говорю, что, вставляет или что? Говорит, попробуем. Они, походу, еще зеленые. Мысли вслух. Иду и думаю, ту я ягодку съем или нет. Я как-то так щавель не видел в дикой природе много-много лет. Вспомнил детство, вспомнил, как отец меня... Ехали на велосипеде по лугу, мне хотелось очень пить, я был маленький, отец мне говорит, скушай щавель и не будешь хотеть пить, жажду убирает. Встретил я под узунташем растение, ну сильно уж больно, что-то мне оно показалось щавлем. Я съел, сначала у меня губы отняло, потом я не чувствовал вообще рот, вот. В общем, как бы мозг остался на месте, но все ощутило воздействие того, что это явно был не щавель. Вот, у меня было пол-литра воды на день. Мне пришлось полоскать рот до той степени, чтобы это все ну, максимально постараться вымыть. И тем не менее, ну, где-то около часа у меня были такие ощущения, что парализовало пол головы, ну, пол вкусовые рецепторы. Вот. Сейчас я скушал эту ягодку, иду. Оттенки леса набирают разные цвета. Вот я смотрю, да? Вот. Так, пойдешь направо, коня потеряешь, пойдешь налево. Это я, конечно, гоню, но тем не менее. Кушать то, чего вы не знаете, в лесу не стоит. А, это видео. Ну что ж, видео так видео. Тогда так. Дорогие друзья, долго думал. Сейчас буду собираться. Ну не то это, не то. Я мне какой-то рассказал. Так, не то это, не то. И... На этом, наверное, рыбалка закончится. Нас ждут горы. Оставайтесь на канале «Путешествуем вместе». Я думаю, будет много интересных путешествий. Короче, устал после суток. После суток не спавший, припереться. Сначала на одно озеро пошел, потом приперся сюда. Надо учитывать, что я хожу пешком. Вот. Поэтому действительно как бы усталость чувствуется, ну и в то же время отдал. Пишу спонтанно. Дело в том, что вот очень удобный сухпай. Очень удобный. И питательно, и быстро разогревается, и вкусно. Итак, в Ялте продолжается летняя жарюка. Посмотрим, какая погода на сегодня в горах. Продолжаем изучать Чатырдаг. В прошлый раз мы ночевали на что попало. Смотрим. Так, ну здесь можно рвать. Это не в заповеднике, поэтому можно. Ой-ой-ой. Белый-белый. Какая красота. Белый-белый. Эх, красавцы. Вот они, беленькие. Сиди, сиди. На камне что-то. Итак,
Еще три дня назад у нас было лето. Мы сюда вылезли, это зашли в такой закуточек здесь, затишье между скал ущелья. На мне сейчас, кроме пайты, под низом ветровка, под ветровкой термобелье. Короче, мы попали в такую засаду. Человек загорает. Как синоптики говорят, 8 градусов, то после 30 здесь не 8, а минус 8. Ощущение такое. Это мы сейчас спрятались на секунду, потому что там... Сносит. Кажется, да, сносит, кажется, продувает нас. То есть, ну, туда, куда мы идем, там будет намного прохладнее и ветер намного сильнее. Поэтому у меня, например, одежки закончились. Все, что я с собой взял, я на себя уже напялил. Лето закончилось 3 дня назад, но здесь настоящая поздняя осень по температурному режиму. Ну и что там будет вверху, посмотрим. Оставайтесь на канале, путешествуем вместе. Сегодня у нас Зайтинкош. Да. Через Зайтинкош 8,5 часов. Натоптали, грубо говоря. Что-то я туплю. Так. Напетляли 15 километров. Всего лишь, да. Но зато эмоции мы увидели. Сегодня красотища вокруг. С погодой повезло. Побывали на 2500-тысячниках. Утром был холод. Именно холод. Сейчас все классно. Путешествуем вместе, оставайтесь на канале. Я думаю, будет много интересного. Так, что мы скажем? Я сказал, поехали из Махмурки. Что-то гудит. Не то ветер. Да, снизу. Машина едет снизу. А вот я стою на каменном, вернее, на, что попало, короче, рассказываю. Коралловый риф под моей ногой, вот.
недавно, это в этом году. Вот я так сказал недавно, будто недавно. Летом. Ну а сегодняшние будни — это хлеб. Белый, правда. Вредный. Все попало, нет? Украшение я сделал из ива морского лежа. Угу, прикольно. В отличие от того, что сегодня мы видим среди грязи и лжи, как говорится, которые нам пытаются навязать западные господа. Так, а ну чуть-чуть ближе, полшага вперед. Так, или, стоп, стоп, стоп. Или книги я могу держать в руку. Сначала мы посетим Зайтинкош, затем зайдем на самую высокую точку Крымских гор — Роман-Кош. Оставайтесь на канале, будет много интересного. Сегодня путешествие по Бабуган-Еле. Хит, знаете что? Самое интересное. Посетим. Мы и так уже здесь. Нет, так это я в самом начале вставлю. Я знаю. Туда.